И у меня давно созревал мысль съездить на поиски одной крепости. Ну, не знаю, крепость это или застава, или еще что-нибудь, или поселение. Вот. Подтвердится ли моя гипотеза о том, что она там может быть? Приедем, походим, побродим. Если что-то обнаружим, действительно, что тут когда-то жили люди, отметим это на карте. Но моя задача просто впечатлиться, получить эмоции. И если действительно там что-то такое стояло когда-то, просто получить энергию, ну и запечатлеть на камеру. Может быть, это кому-то поможет. Погнали. Силы бодрые, настроение хорошее, дорога дальняя. Раннее утро. Сейчас мы переправляемся через эту реку, спокойненько заезжаем. Ноги убираем. Нам перебраться на ту сторону. Квадрик помыли заодно. Все, рвем, как говорится, по щучьему велению. Тот, кто понимает и любит лес, тот меня поймет. Такая старинная избушка рыбаков и охотников. Я уже как-то сюда подъезжал, смотрел. Вот такой вот быт. Был здесь у рыбака буржуйка. Место для сидения, маленькая кошка и нары, где человек спал, жил. А тут всякого хлама. Железо. О, какой диск какого-то трактора. Светильники. Тут он восседал. Тут речушка сразу идет. Вот так тут прикольно человек жил в полуземлянке. В избушечке. Низенько. Там у него коптильня была. Но он уже умер. Этот рыбак-охотник. Избушка осталась. Класс. Историческое место. Проехал я уже километров 15 и приближаюсь к Чернолесью. Вон впереди точка. Туда заезжаем. Жуткое место. Дрожь берет. Может повернуть обратно? Или едем все-таки вперед? Мой квадроцикл немного закипел из-за небольшой скорости. Поэтому 5 секунд остановился. Проехал первую часть Чернолесья. И въезжаю в какие-то просторы. Очень интересные. Скорее всего, здесь течет вон речушка. И вот так вот она разливается. Интересно. А вот эти вот белые места... Это я так понимаю. До этого уровня она поднимается, когда весной идет разлив. Поднимается река с большой реки и заходит вот сюда вода. Так что это сейчас здесь сухо, а весной здесь все в воде. Вот такой корень меня встречает с таким распростертыми руками. Кому что напоминает? Интересно. Вот такая сосенка, нетронутая леспромхозом и человеческими слабостями срубить все и утопить. Какая большая. Ну, по крайней мере, вон еще одна я вижу. Ух, а нам сейчас, друзья, переехать речушку надо.
и на ту сторону. Такая прикольная речушка. Нам сейчас через такую пересекать придется. Чистая вода. Тяжелостенько, но зато хорошо зашли. Я вот впервые вижу такие деревья, огромные, большие. И я очень впечатлен, что я их наконец-таки увидел, что у нас такие деревья. Мы немножко побуксовали. Ху-ху. Деревья уже стоят не один год и не одно столетие, может быть, даже. И там, и тут. Какие красивые места. Вот я все время обращаю внимание, почему здесь ветки вот так вот раньше росли. Обратите внимание, сейчас сосен немножко по-другому, а тут вот все вниз закручено. Это уже понятно, давно умершее дерево. Ух, нам туда ехать. Здесь сенопоколос. Кажется, я доехал.
до того места, о котором думал много времени. Это вот встречает такие деревья. Боже, какая высота, мощь деревьев. Вот они. Ну что, сейчас заедем, посмотрим, кинем взглядом. Доехал я, друзья, на квадроцикле до края земли. Хоу! Вот я сейчас стою на высоком-высоком бугру, а там дальше пошло болото. Болото, там гривы сосновые. Место очень такое впечатляющее. Доехал сюда на квадроцикле. Здесь такая тишина, лес прикрывает. Ну, блин, очень манит. Манит, впечатляет очень сильно. Ух, хочется закричать. Эй! Да. Вот наши российские таежные места. Так, ну вот место, где приблизительно могла стоять крепость. Надо будет посмотреть. Ну, на таких холмах, конечно, стоять не могла. Но вот здесь, если так вот примерно думать, то вот здесь могла быть какая-нибудь башня стоять. Сторожевая, защищающая с той стороны. Или домик, избушка. Вот, что вполне возможно. Следы лосины. А может и природная. Если здесь жили язычники, то обязательно они что-нибудь на дереве, какую-нибудь штучку да вырезали. Обращаем внимание. Так, это первое, что мы увидели своими глазами. Насыпь, и на ней посреди такая яма. Мой Чебурашка тоже здесь побывал. И ему здесь, кажется, тоже понравилось. Ну, чтобы в него не вселились духи тех предков, которые здесь жили. Кто будет потом дома чудеса выдавать. Петь по ночам. Прошел я первые холмы. Больше как бы так непонятно, вот что здесь может быть, русло, не русло. Дошел до какого-то вот еще одного холма, бугры, но деревья здесь стоят такие, ого-го. Обращал внимание на деревья, может на деревьях что-нибудь вырезано. Ну кроме вон дупла, высоко-высоко, я больше пока ничего не увидел. Ну очень интересно. Пойдемте дальше. Вот тоже дерево, сосна, ну, много уже ей лет, скорее всего, она уже давно и упала, но вот обратите внимание, как у нее ветки растут, росли они у нее вниз, то ли от тяжести, то ли раньше тут климат у нас был такой, что суровый, он даже, вот, этим деревьям явно не 50 лет, сюда леспромхоз не добрался. Поэтому они остались. Вот это вот мне нравится, деревья такие увидеть. А то я у нас в городе вижу манюсенькие деревья. Вот тоже ветки, обратите внимание, вниз. Это вот тогда такой был климат суровый, что ветки жгнулись вниз. То ли от тяжести снега, то ли от такого мороза.
А вот перемешку. Красота. Это я гуляю сейчас по краю земли. Там дальше пошло болото. Ну, просто любуюсь. Впечатляет. Вот такой лес меня впечатляет. А дышится здесь как хорошо. Фух, прошел еще один бугор. И вот вышел на какое-то соединение бугров. Просто красота. Там что-то впереди такое интересное смотрится. Пройдемте туда. Кажется, что-то увидел такое интересное. Фух, сколько я уже прошелся по этим буграм, попрыгал. Какое-то очень интересное сооружение в строении. Сейчас подойдем поближе. Кажется, это то, что я нашел. То, что я искал. Здесь должна была быть главная крепость. Так. Вот получается она квадратной формы. Вокруг ров. Вырытый. Идеальный такой. Смотрите, смотрите. Ров здесь быть мог, мостик или что-то обвалилось со временем. А вот он, идеальный ров, по которому, в принципе, могла быть вода опускалась, еще там что-нибудь. То есть это рукотворный. И вот он, этот бугор. Фух, давайте его обойдем. Со всех сторон на него заходить я не буду. Хочется верить, что это признак какой-то старины, что это строение здесь было. Вот такой бугор. А вот что я обнаружил с этой стороны, смотрите. А это, походу, нора. Нора, сколько песка выгребла. Уху. Глубокая. Очень глубокая. Надеюсь, на меня туда никто не выпрыгнет. Такая нора. И тропинка у нее. Такая уже прям как это. Нахожена уже много, много времени. Скорее всего, здесь это нора лисы, она приходит сюда потомство отложить, потому что нанесены шишки. Вот. Конечно, могла быть и росомаха, но насколько мне сказали, что росомахи в таких не живут. И она уходит очень глубоко. Конечно, у меня есть фонарик. Сейчас посветим. Она уходит все глубже и глубже и глубже. Надеюсь, никому не страшно. Живая лисичка. Ух, класс. Ну, возвращаемся к нашей крепости, которую я обнаружил. Так, я вот хочу сейчас обойти этот ров и посмотреть, насколько он максимально этот квадрат обходит. Это насыпь. То есть вот здесь вот
Они обходят. Я, с вашего позволения, я чуть-чуть приподнимусь наверх. Вот здесь тоже вот идет ров полностью. И он обходит его и с этой стороны. То есть получается, вот я, в принципе, и забрался на эту гору. То есть здесь, возможно, стояла какая-то крепость, сооружение. А может, просто палатки, юрты. Ну, вполне, очень впечатляет. То есть для чего этот ров? Там дальше, я так понимаю, идет вода. Она где-то подымалась, наполняла. Как интересно. Это ж вот надо было сделать ров, чтобы вода не подмывала. Ну, если кто-то что-то знает, друзья, напишите в комментариях, для чего рылся вокруг такого острова. Вот такой ров. В принципе, мое мнение таково, что здесь запускали воду вокруг. Если это была здесь крепость, сооружение, вот на таком высоком довольно-таки бугру. То есть, а отсюда, сейчас мы попробуем, отсюда вид. Отсюда с бугра открывается вот такой вид. То бишь люди сюда подходили на край этого бугра. Я не знаю, что они тут могли. Что-то кричали. Ну, очень интересно. То есть вот, по-моему, даже тропа уже звериная прошлась по этому краю. То есть идеально ровный внизу бугор, он даже не осыпался. Там идет, я так понимаю, это болото. Весной его затапливает, и вода подходит к этой насыпи. То есть вот здесь довольно-таки все молодые деревья. Этим деревьям намного меньше 50 лет. Вот. Что-то я даже взрослых деревьев и не вижу здесь. Все вырубано. Или это сожженное, горел. Судя по всему, скорее всего, горел. Потому что вон горелый лес. Вот горелый пенек. Вот, то бишь, как-то так. То есть это все вновь выращенные деревья за это столетие. Но здесь или ничего не было. И деревья были только вокруг. Ну вот. Остается рассказать своим друзьям-археологам об этом месте. И пусть они его изучают. Что это за крепость была? И для чего вот эти все холмы, бугры? Очень интересно. Здесь когда-то жили люди. Люди для другого племени. Если, конечно, убрать примерно все деревья, вот просто все вот этот молодняк, который вырос, получается огромная какая-то площадь холмистая, где люди могли приходить, ярмарка, торговля, что у них еще может быть в летний период, какие-нибудь там сожжения чучел. Ну, а здесь у них жил какой-нибудь жрец, к примеру, наверху, чтоб к нему никто не мог подойти, вырыли вокруг него ров. А лиса пытается к нему туда пробраться, внутрь. Хорошее сооружение для спрятаться от диких животных. Ну, погнали.
Ну а мы на этой прекрасном, интересном поиске закончены. Благодарим вот уже это норы лисий. Уже давно тут никто, походу, не живет, потому что листья притоптаны. Хотя, может, весной вернется. Разыскали остров, орытый львом. Возможно, в нем когда-то была вода или еще что-нибудь. Может быть, здесь стояла крепость. Она защищалась от каких-то нападений, потому что те национальности, которые здесь жили, они были воинствующие. Постоянно племя нападало. В общем, это пусть нам рассказывают уже историки. Вот. Ну, а я это все запечатлел, посмотрел своими глазами и впитал энергию от тех духов, которые здесь когда-то жили. Это очень заманивает и впечатляет. До новых встреч! А сейчас мы отправляемся обратно в палатку. И у нас еще 2 дня рыбалки, и потом едем домой. Дорога дальняя. Мы в восторге. Всем пока, спасибо. Может, это и есть тот город Картауш, который ищут все. Вот, кто его знает? На нем не написано. Поехали. Снимаю я с этой стороны эту огромную насыпь с 5, возможно, крепостными там домами или что-то в этом роде. И вот звериная тропа. Сейчас я по ней пройду. Ну, я решил тут пробраться в одно местечко еще. Смотрите, что я обнаружил. Такое вот посреди худых деревьев вот такой огромный пенек сгоревший. Представляете, какое здесь дерево было? Ох-ох-ох. Я его издалека заприметил. Вот такое вот большое, выгоревшее. То есть то, что мы видим с вами, окружающий лес вокруг нас, это не лес. Вот стоит. Оп, кто-то там хрустит. Какое я озеро нашел. Обалдеть, смотрите, оно спрятано от всех. Здесь когда-то вот эти вот местные племена, может быть, здесь рыбачили. Вот жалко, я спиннинг с собой не взял. Ай-яй-яй. Вот сюда бы сейчас закинуть, да проверить, кто здесь. Фух, сейчас подберем. И тут мне открывается такой взор. Взор на озеро маленького. Вот это я нашел. Смотрите, какое красивое маленькое озеро. Я попробую сейчас до него добраться поближе. Насколько возможно. О, кто-то тут ходил. Посядки. Так. Ну что, мысли о том, что взять спиннинг и еще мотнуться 100 с лишним километров. Да. Вот это озерцо. Маленькая красота. Смотрите, оно совсем маленькое. И кругом окруженное лесом. К нему нету никакого подъезда. Вот случайно заметил, что-то блеснуло. Фух. Плюхается. Да, удочки нет. Ну, может быть, когда-нибудь в следующий раз, если будет желание, сюда вернуться, удочку взять, проверить, посмотреть. Возможно, карась тут водится. Возможно, еще чего-нибудь посерьезнее. Но для щуки места маловато. Значит, карась. Это тропа выдры. Раз выдра ходит, значит, питается рыбой. Ладно, погнали. Вот какое красивое место показал. И такому буреломнику я лезу.
возвращаясь от этого озера. Пока озеро. Может быть, когда-нибудь в памяти моей ты останешься. О, дерево все побито жучками. Называется чернолесье. Через него не пролезешь, не пройдешь, ни на чем не проедешь. Море. Фух, выбрался я. Вот я по звериной тропе, так бы ноги бы поломал, пока дошел бы. Лоси ходили позавчера по этой тропе. Фух. Ну вот, чистое поле, а тут место, то ли место крепости, то ли место паломничества, то ли, ой, кто его знает. Возвращаюсь я обратно, уже через, обхожу аккуратненько. Ворона. Ворона за деревом прыгает и не боится нас. Вон, смотрите, шух, полетели. Какой красивый ракурс. Сосна, которая тут видела все. И самолет, который летит вверху, тоже видел все. А здесь низменность такая. Из всех деревьев, на которых я что-то увидел, интересно, это только вот это. Скорее всего, это вещь рукодельная, немножко подрезанная. Вот. Потом рана затягивалась, потому что очень интересная эта вырезка. Здесь выбирали, а вот эта часть осталась целая. Вот она уже, соответственно, сухая. И вот там вверху она была. Потом она обломалась. Это единственное, что я увидел из чего-то. И вон на сосне большой капа. Вон еще два дупла. Оху. Там живут белки. Или птички. Ну и по традиции, отправка домой, выпьем чашечку чая с нашим тигурашкой, который путешествовал, не боялся ничего. Выпьем чашечку чая, подведем итоги. Доехали, проехали мы очень много километров на нашем квадроцикле с нашим тигурашкой. Вот. Обнаружили мы холмы, обнаружили похожее место на крепость. Очень впечатлило место и вокруг, и выбор этого места. То есть впереди болото, то есть как бы видно, если, допустим, соседние племена нападали, то, по крайней мере, можно было защищаться. Там был и водоем, и прошел я до маленького озера, где, скорее всего, они добывали карася или брали чистую воду. Ну, в общем, жили здесь. В общем, это мои мысли, мои доводы. Остальное дело разберутся историки, географы и археологи.
поехали. Хватит по тайге лазить. Вперед.